один. Так, а это множество действительно чисел, которое состоит из n элементов. Тогда утверждается следующее, что если мы напишем вот такое множество, то его можно будет, по крайней мере, элемент в квадрате минус n. Знаете, это оценка снизу, она не точная, для больших она не достигается, но оценка-то неплохая, оценка она близка к наилучшей возможной оценке. Вот такое упражнение, давайте упражнение, сразу же такое. Больше оно трех, тогда мощность. Вот эта вот написанная мощность меньше равняется. Знаете, я не буду переписываться множество которых у множества теоремы, просто это же самое множество может иметь мощность не больше, чем удвоенная величина, указанная в множестве теоремы. Ну, то есть, если мы ошиблись здесь, если эта оценка не точно, то ошиблись в самое большее в два раза. Это хорошая оценка. Хорошая оценка, но может быть и еще более замечательное свойство этой теоремы, потому что она легко доказывается. Потому что. Давайте мы с вами докажем. Давайте элемент множества А упорядочим и введем несколько чисел. Дельта малая, это минимум, это минимальная разность, которая могут образовываться два элемента из А. А' минус А, А' из А, А' больше, чем А. Итак, рассматриваем осторожные такие разности двух элементов из-за, когда мы из большего элемента вычитаем меньше. Ну, знаете, еще давайте будем предполагать, что n больше единицы, потому что если n равно единице, то теорема тривиальна. То есть это не раньше тривиально, больше равно нуля. А кто бы в этом сомневался? Итак, значит, есть какие-то там. Можно брать пару различных элементов, из больше высот меньше, среди всех таких разностей возьмем самую маленькую. Но ясно, что она имеет вид А и 0 плюс 1 плюс А и 0. Что здесь эта разница образована с соседними элементами вот в этой цепочке. Да? Когда мы прячем все элементы по возрастанию, то самая маленькая разница образована раз двух каких-то соседних элементов. Теперь дельта большого. Это максимум, соответственно. А' минус А. То же самое А, А' минус А. Ну, я даже не буду писать, что А' больше А, потому что брать сразу с... брать пары, когда А' меньше, не имеет смысла. Значит, вот максимум таких разностей. Так, а может кто-нибудь даст явную формулу, чему равно дельта большой? Вот у нас написано элемента номер 2. А n минус а. Ой, я не слышу вас. А n минус а первый. А, да. Да, правильно, правильно, правильно. А n. А n минус а первый. Ну ясно, наибольший элемент минус не меньше. Да. Ну и давайте дальше. Си это есть положительное число отношения дельта маленького к дельта большому.
Давайте мы подытожим то, что, что мы с вами сказали. Мы знаем, что если мы имеем какие-то элементы H, B, 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 Z, то пускай H больше A, B больше B, то отношение A, B минус A делить на B минус B, я утверждаю, что это отношение всегда больше равняется C. Но почему? Понятно почему. Потому что если возьмем такое отношение, то числитель всегда не меньше дельта малого, знаменатель не больше дельта большого. Поэтому значение дроби никак не меньше, чем дельта малого делить на дельта большое, то есть к C. При этом равенство достигается, ну, собственно, также не равенство не так важно, а нам нужно понять, что мы имеем. В случае равенства, если равняется к си, то тогда разность частицы равен дельта малому, а знаменатель дельта большому. Другого не может быть. ПБ равняется n плюс 1, а n, частица равняется n. Ну и разность частицы равна тому, чему нужно. Так, ну хорошо, теперь давайте мы рассмотрим вот такое множество. Возможно, через С большое. Множество А плюс С умножить на Б. А пробегает все множество А. Б пробегает почти все множество А. Чем это может отличаться от множества А? Я жду ответа. Я говорю, что вы пробегаете не все множество, а почти все множество. Чем оно отличается от множества? Нет наибольшего элемента. Ой, не слышу. Нет наибольшего элемента. Да, нет наибольшего элемента. Мы просто рассмотрим без наибольшего элемента. А так, все элементы кроме наибольшего. Ну хорошо. И я утверждаю следующее, что если брать разные пары элементов А и Б, причем это пара, смотрим, как упорядоченная пара, да, то есть А, Б и Б считаются различными здесь уже. Если брать разные пары, то вот элементы А плюс К, Б тоже будут различными. Ну, вот здесь, допустим, что А плюс К, Б равняется А, Б плюс К, на плюс К. Ну, А, Б, А, Б, А, Б, такие, как нужны. Не буду переписывать, то есть А и А' принадлежат множеству А, Б и Б' принадлежат множеству А без элемента А и Б. Ну, в случае А равняется А' не интересен, тогда и Б равно Б', значит, пусть А, я что-то не равны, пусть. Ну какой здесь элемент больше, а что-то больше А, тогда соответственно, значит, что-то будет меньше А. Ну из этого равенства вытекает, собственно, вот это вот равенство, правильно? Из этого равенства вытекает вот эта равенство. Отсюда мы получаем, что B равняется A. Но это невозможно, потому что мы A не исключили. B не может принимать значение равное A. Невозможно. Значит, такой равенство не может выполняться за исключением неверного случая, когда А равно А', Б равно Б'. Имеется много пар А и Б, разные пары дают разное значение для А плюс К себе. Таким образом, мощность множества С равняется чему?
Давайте вместе обсудим. Значит, разным парам соответствует, соответствует разные элементы множественной цепи. По поскольку меньше пары, меньше пары. А принимает n значение, b принимает n значение. Значит, вообще количество пар АП я на n соединение. Вот такова мощность множества С. Так, мы на самом деле, знаете, уже приближаемся к доказательству теоремы. Она, повторяю, не может быть какая-то сложная. Пальцами элементы С умножим на А, на АН минус А1, да? Ну что мы сделаем? Просто все элементы множества С умножим на одно и то же число, не двое. Это будет множество, которое состоит из элементов вида А умножим на А1 минус А1 плюс Б умножим на Х, да, плюс Х, это будет А1 плюс А1 минус А0 на А1 минус А1, еще умножить на А1 минус А1. Итак, вот это множество, которое мы рассмотрим, образованы элементом такого вида. Но здесь n минус 1 сокращается, поэтому мы можем записать такой вид. Это а умножить на n минус 1 плюс b умножить на а 0 плюс 1 минус а 0. Ну-ка, какие значения принимаются элементами А и Б? Я не буду повторять то же, что и раньше. А принадлежит множеству А, а Б принадлежит множеству А без элемента А. Но если вы посмотрите вот на это выражение, то что вы посмотрите вот на этот элемент? Видите, что это элемент множества А умноженный на равных двух элементов из множества, а потом опять же элемент из множества умножен на равных, то есть это лежит во множестве А умножить на минус А. Вот этот элемент плюс второй слагаемый тоже лежит в А умножить на минус А. Ну и при этом мощность этого множества она равная цели на минус А. Таким образом, что мы с вами проделали? Мы нашли некоторое множество чисел, у которых мощность n минус 1, и такое, что оно целиком содержится в этом множестве. Тем самым теорема доказана. Ну, давайте.